Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Я в Окее на Фучика 4. Это Альпенгольд 44,99, 85 грамм. Разный шоколад. А, тут даже еще разные в плане цены. Молочный, соленый миндаль, карамель, сундуком и темный миндаль. С темным шоколадом и миндалем 59,99. Вот так, молоко. Село Зеленое 62,99. Чай. Ахмат 99,39. 25 пакетиков. Есть клубничный, ваниль. С ароматом бергамота. Это, наверное, черная смородина. Господи, кто ты? Да. Достала свою помощницу, свои очки с ароматом персика и маракуйя. На это у нас зеленый, да, зеленый чай. Просто зеленый чай. Ух, а это с яблоком. С ароматом яблока и мяты. Ну, все ясно. Кукуруза и горошек. Часто бывает в одну цену. Тут горошек у нас 69,99, а кукуруза 74,99. Хэнс. Так, гречка 89,99, макароны шебекинские 44,99. Вот это мы все, ой, эти бози мой, это мы все любим. Так, значит, персики половинки 850 миллилитров, железная банка, где с ключом. Написано с ключом. С ключом это вот. А эти банки без ключа. Но они большие, 850 граммовые. 162,99. А личи, вот это вот, вкусненькие такие. 149,99. Тропический коктейль 580. Это вот этот вот. Ну, честно скажу, там один ананас. Я как-то брала, и не очень меня порадовал. 124,99. А манго ломтиками 109,99. Так, масло Альтера 109,99. Вкусняшка 64,99. Каша это, наверное. Так, я просто смотрю, ищу размер. А, господи, ведойка на... Ну, она тяжелая. 450-500 грамм. Выгодная цена, хочу сказать. Так... А что это я? 450 грамм у них обычная эта упаковка. Тоже мне. Второй размер. И не вот этот вот, который крупными такими. Из цельного зерна. Очень полезный именно вот этот. 5 литров гель для душа. Манго и масло ши. Но здесь нарисовано инжир и малина. А где манго и масло ши? Или это все перепутано? Или это вообще что-то из ряда? Вот. Средство для стирки. Черного концентрированное средство. 789 рублей. Но вот это вот манго и масло ши. Инжир и малина. Это вообще мыло жидкое. Тоже 5. Ой! Мама дорогая, такая тяжелая. Лаванда. Ой. Нет, такое даже не стащить в тележке. Вот сапожки для деток появились. Сзади что у меня там? Книжки были. Угу. Сапожки по 1599 рублей. Детские. Так. Набор стеклянных вакуумных контейнеров 1599 рублей почти. Они разные. Вот они такие. Сколько здесь? 2 485 миллилитров и 1730 миллилитров. Вот. Хорошие, слушайте. Ну, цена тоже хорошая. О, вот классная вещь вообще. Вакуумизация 3599 рублей. Здорово.
Так. Ага. Чоппер электрический. Блендер портативный. Тоже очень удобно. Маленький, быстренький такой. Шук-шук. И все. А это-то я прошла. Контейнер для еды со съемным отделением. 1100 миллилитров. А, вот он. Сейчас разверну этикетку. Есть. Вот она. Этикеточка. Очень удобно. Вот. Вот такой вот. На ощупь очень приятный. Так. 0,6 литра. 999 рублей. О, там. Орхидея. Так, и набор мисок, литр и 2 литра, 799 рублей. Тоже хорошие. А где их можно? Микроволновки, посудомойки. Конечно, я читаю в перевернутом видео. Так, посудомоечная при контакте с продуктом безопасно. Можно использовать в духовом шкафу и микроволновой печи, термальному. Шок устойчивая. Ну, классно вот это, конечно, миска. На 700 рублей. Так. Ага. Разделочная доска. И ножи. Разделочная доска. Угу. Вот такая вот. Там идет пластик. Почему что ножи такой? 799 рублей ножи, с трех ножей набор, 1299 рублей. Кухонные ножницы за 700 рублей. О, какие тяжелые у меня есть. А, это еще и орехокол. Ну, у меня тоже такие ножницы универсальные. Консервный нож, ну, это нет. Открывал для бутылок. Овощечистка, ну, прям все, универсали. А, рыбочистка для разделки пиццы. Это, наверное, холодильник. Термосумка 999 рублей. Ну, я имела в виду это. Контейнер с аксессуарами для еды 899 рублей. А это у нас слайсер механический для нарезки продуктов 1999 рублей. Ну, да и 1000. Интересно. Интересно. А, вот этот-то я. Так, что это электрический вакуумный насос. Ясно. Так, ну пойдемте к цветочкам. Цветочки как-то без цветочков-то. Так, здесь мы немножко застряли. 109,99. Косолапничек, тарелочка в такую же цену. Такую же цену. А, они одинаковые. Большое блюдо 129,99. 299. Салатничек. Такая тарелочка тоже 299, 349 блюда. Тарелочки 149,99. Бокалы меня интересуют. Так, давайте посмотрим орхидеи, что здесь есть интересно. А вдруг, знаете, бывает иногда попадется. Я же как-то тут однажды поймала бабочку. Ой, какая зеленая. Как ты мне нравишься, Green Apple. Зеленое яблоко. Ничего. Виглип так и стоит. Сейчас я вам его покажу. Так, отцветайте. И виглипчик, сейчас я вам его покажу. Он так тут и стоит. Главное, чтобы это все не упало, пока я достаю. Вот смотрите. Вот этот виглип так и стоит. О, как круто. Хорошее. Основание не видно. Ой, там что-то желтое. Ну, конечно. Это неудивительно. Ну, губа такая. Ух. И все. Все. На фронтеру похоже. Вот и все, что было. Сколько? Какая цена? Какая цена? У сии 899. Это вот у этой части 899. А это 1000, поймопсы, да, 1169. Смотрите, какая. Хорошая. Ладно.
Это контейнер для хранения. 4 секции, 399,99, 400 рублей. Ну, так удобненько, смотрите. Разный квал, 10, 3,5 литра. Вообще, 239,99. Такой вот. Ну, удобно, сюда можно... Что сюда можно? Сюда можно семена разные так засыпать. Ну, это маленькое, конечно. Вот это больше подходит лично вот для моих надобностей. Семена сюда засыпал и куда-то поставил. Здесь на это место. Куда-то. Нет, не буду брать. Вот, подставка органайзер. 549 рублей. Нет. Всякие контейнеры. 249 рублей вот такой маленький. 299 рублей. Литр 100, это пол-литра маленький, который показывал. Такой удобно. 359,99, 1,7 литров. Так, не, ну вот это вот интересно. Что у меня разные семена чии, семена льна, семена всякое такое, но семена льна. Нет, нет, так удобно было. Так открыл, так тык-тык-тык-тык-тык. Сразу накидал, откуда надо. Не надо думать, что так, где у меня там что лежит. Но опять-таки, оно такое широкое и такое длинное. Ну, может не влезть в мою полку. И что я с ней буду делать? Куда я с ней бегу? А знаете, возьму. Я возьму. Я, конечно, не знаю для чего. Вот для того, что я сказала, это, конечно, здорово. Но здесь бы посмотреть по тут размера. А сколько вот один контейнер в миллилитрах? Вот это вот мне больше интересует, потому что, например, я беру, и там чаще всего бывает 200 грамм, да, вот семян разных. Вот, сейчас мы с вами посмотрим. Не указано, не указано, к сожалению. Тефаль, мясорубка, надо, не надо. Электрический чайник 1789,99, мясорубка 5900. Я округлять буду, ну нафиг. Что это, рожковая? Кофемашина 12 тысяч, скатерти 1700, они какие-то материал, да, материал уже думала, то я же думала за 700 рублей такая скатерть, хлопок всякие тоже 110 на 140, 550 рублей разные кухонные. Так, это картофеля мялка. Но у меня металлическая, куда удобнее по мне. Так, ну, ничего такого здесь. Что-то, например, для меня нужного, ненужного. Нету. Все ненужное. Возьму. Ну, мне лично удобно будет. Так, открыл, так, семена покидал. Что я часто пользуюсь. Вот. И надо, надо, надо. Это для чая. Заварка в виде совы. В виде чайничка, видите, такого, вот. 199,99. Угу. Так, из силикона 200 рублей. Лучше металлическая. Так, господи, кружка-то какая, что это, Dream Song? Такая кружинца хорошая на пол-литра, 400 миллилитров. Ой, как неудобно брать, вот это мне не нравится. Сделали и сделали ручку, вот здесь вот удобно, и не важно, что она больше. Так, а что это за чайник, для чего это? Чайник заварочный. А, это заварочный чайник. Ой, какая прелесть. Тут у нас чай, и столько чая можно заварить. 2 литра. А, 1800 миллилитров. Ну, большой чайник. Лично мне такой вот, например, большой. Был бы он поменьше, это было бы красота. Вот на литр хотя бы. Потому что мы литр-то чая не выпиваем. Вот, а тут мне предлагают выдуть. Ну, кому-то это надо. А что это? Соковыжималка. Соковыжималка. Надо, не надо. Миксер 700 рублей. Вот у нас Скарлетт 1399 рублей, сэндвичница.
Да. Это кухонный процессор. Блендер 1600. Тоже. Шашлычница 3899. Так. А, поднос на ножках 1999 рублей. Кофе в пастель. Нет. Не надо. Ну и ушки. Вот это, мне кажется, качество лучше. Ну-ка. Да, вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Хорошее качество. И края хорошо сделаны. Не то, что в ленте там такой ширпотреб на самом деле. Сколько стоит? Ну, 500 рублей за качество берут. Я люблю ложки длинные, чтобы вот у них такая ручка была прям. Прям вот такая черпала. Круглая. А, нет, я такие не очень люблю. Напоминает деревянные ложки. Ой, извиняюсь. Деревянные ложки. Мне вот такие вот обычные формы овальные нравятся ложек. Так, а если такие вот... А, его тоже нравится. Широко рот не надо открывать. Но здесь уже так более... Господи, повозилась в земле теперь. Ой, ложки длинные. Вилки есть. Я вот все еще десертные. Там в ленте взяла и пожалела. Качество ужасное. 300-400 рублей. Вот хорошие. Это я понимаю, видно сразу там. Не буду ругаться. Ой, что это? Кружка фарфоровая. 400 рублей. Таким бочонком. Проскочила, глянь на ложки, все, проскочила, 249 рублей. Все пробежала, принеслась. Тоже такой же цен. Ну, считайте, 250. Все вот это. 350. Тарелочка. 250, 300. Ой, это все такие блюда, блюда, блюда. Все это не надо. Не надо. Это тоже. Мой любимый цветочный отдел. Что у нас тут интересного, нового? Главное, чтобы было качественно. Для фитонии все хочу. Ну вот, рекомендую фитонии вот если сейчас приобрести, пересаживать по весне. То есть пусть они сидят, а потом уже... Смотрите, дальше идет вот скидки. Белые я накупила, большие. Сейчас уже их разобрали. Я имею в виду маленькие, стандартные. Вот как вот это за 89. У меня есть много. Большие 139,99. Ну, мне сейчас пока вроде не надо. Или надо, или взять один. Кстати, ведь не могу, знаете. Для фитоний посмотреть что-то. Ну, эти бузи как и оплелись. А, это пластмассовые. 119, кстати, скидка 119,99. Такой хорошенький. Ну, это, знаете, можно сделать и самой. Вообще какой-то пластиковый стакан. Нитками, но плотный пластиковый стакан. Вот что-то такое. Что-то такое. Так, наклонись. Ну, вот та белая. Извините, я потом поправлю. Это я сразу поправлю. Так. 249 рублей. Ну, мне белая такая нужна. Это уже больше. Такой цвет. Мне больше белый подойдет, конечно. Но 249 рублей. Пока скидки нет, не соблазняют. Ну, у меня не столько фитоний. У тебя такие, что называется, ящики у меня есть. Подвесные кашпо. Вот это вот интересно. Такое вот... А нет, подвесное это вот. Вот такие большие. Стоят 219 рублей. Ну, если это правильно цена, они же тоже могут ошибаться. Это, наверное, такая же корзинища. 300. Ну, нет, это покороче. Но мне белое надо. Вот. Ладно, решим, посмотрим. Подумаем, да? Такие вот есть. Побольше бы, вот побольше бы размера. Где-то тут насколько у нас получается? Прозрачный 39,99. Мне бы такой литра бы на
2,5. Заказываю. Окей, слышишь меня? Так, ну тут я не помню, чтобы что-то было. Всегда привлекательно интересное. У меня есть спорт бактерин. Но его даже здесь такого нету. Я вообще не понимаю, что это такое. Аминозол есть. Ну, там у нас есть магазинчик замечательный. Садовод. Там, где все можно купить. Все, что хочешь и не хочешь. Все есть, а здесь нет. А здесь ничего. Так, добралась до бифинчика моего. Беру не сладкие. Вот. А что делать? Хватит сладкого, правильно? Не надо нам сладкого. А, я еще по поводу этой коробочки, конечно, подумаю. Кстати, я вот здесь покупала мацони, вот такой вот, да? И как я сейчас сама делаю, ну, это день и ночь. Этот мацони, он действительно туда можно добавить это кефир. Просто интересно. Здесь один кефир, да. Хотя здесь написано, что должна быть ряженка. Но должна быть не обязана, да? Вот. И, конечно, свой мацони. Так, майонез сейчас не нужен. Свой мацони. Не сравним с мацони магазином. Там, конечно. Не буду. У меня есть мацони. Я смотрю на йогурт. По вкусу вообще все шикарное. Зачем мне этот мацони? Когда я могу... В смысле, я имею в виду йогурт, да? Сделать, когда я могу сама. Посмотрите. Так, ну вот этот Вэлли появился, а вот мой этот... Господи, давно не видела, забыла название. Ну, не знаю. Ладно, пойдемте дальше, посмотрим, что дальше там нам интересного. И вот этот мацони подойдет, как и он очень, как говорится, жирненький, но все зависит от того, какую вы закваску использовали жирности. Я, например, использовала сметану 20%, тоже фермерскую, и поэтому она очень хорошая получилась. Сыр Богатов, вот этот хороший, он вкусный, если я не путаю. Нет, сыр Богатов тоже хороший, вот эта радость вкуса, вот этот вот состав отличный. Так, ой, тележка, ты чё? На масло моего оливкового скидки не было. Кстати, посмотрим вот тут вот. Ну, мне должны завтра сезона всего кучу и кучу. Ну, вот возьму, да, и возьму. Мужу моему очень понравилось, оно считается без сахара, а здесь сахарозаменитель. Хотя написано, видите, без сахара. Ну, правильно, без тростникового, без... Но здесь присутствует, господи, сахарозаменитель. Ой, вот напрягаю глаза, а у самой есть очки, понимаете? Угу. Так, вот я все думала... Ой, я же не посмотрела сливки. Список не написала, и поэтому я вас заговариваю, потому что я ищу состав. Не паны. Так, здесь переработанная мякоть кокосового ореха. Мякоть кокосового ореха 53,9%. Так, вода, подсластитель, эритрит. Вот. Ну, гроуновая медь, это нормально, морская соль. Ой, чуть не туда поставила. Она помятая, поэтому я брать не буду. Кстати, хорошая цена, овсяная сгущенка 139,50, скидка. Ну, я имею в виду хорошая скидка. Но мужу ему очень понравилась вот эта кокосовая. Я прям хочу вот эту овсяную попробовать. И все никак не попробовать. Но здесь тоже. Здесь давайте посмотрим состав, какой состав здесь нам предлагает. Так, овсяная основа, вода, овес. 20
10%, тростниковый сахар, кокосовое масло, нет, 320 грамм, не буду. Я хочу попробовать сделать мороженое, самое мороженое со сливками-то. Если сейчас я не возьму сливки, я про них-то благополучно забуду. А, это топленое масло, что ли, или что? Или мне это... А, нет, это просто масло. Вот топленое масло. 519 рублей. Пойдемте за... Зачем? Я уже говорила. Ладно, забывай. Не-не-не, я помню, сливки. За сливками. Да на секунду, буквально на секунду забыла. Так, вот сливки беру, клевер 35%, 189,99. Возьму. В прошлый раз не было этих сливок, я взяла другие. Что-то я сейчас их не вижу. Или пока не вижу. Ура, ура. Порошок. Я его взяла. Это Биомио. Отличный порошок. Рекомендую. Гипоаллергенный. Вообще замечательный. 589,99, наподобие такой цены тоже было. Ну, я округлила 600 рублей, та же и в ленте была цена. Вот я взяла для цветного белья и для белого в одну сумму. Вот. Это, господи, здесь 1,5 килограмма. Да, 1,5 килограмма, но он концентрат. То есть хватит надолго вам, если возьмете. Мне он очень нравится. Это экологичный порошок. Так, ладно, дальше поехали. Авокадо здесь, конечно, дорогой. В ленте выгоднее покупать. Там по килограмму. 30 оплата за килограмм. А здесь штука 99,99. Не хочется. Клубника еще продают. Это что, дыня? А, это помело. Поняло. Господи, кто ты? Помело, да, красная. 199,99. О, появились. Давно не было, между прочим, я не видела. Это груша конференц, да, ну и цена, конечно, 330 рублей. До свидания, конференц. Так, кстати, яблоки. Надо яблоки купить. Это у нас гала. Вот я как раз гала возьму. 89,99. Так, взяла яблоки, взяла огурцы. Так, хочу сделать суши. Поэтому понадобились. Так, а петрушка у меня есть. Петрушка есть. Поэтому только укропчик возьмем. Вот это вот. Ладно. Лук зеленый есть. Так, что тут еще интересного, нужного, полезного? Цветная капуста. Нет, не буду брать. Грибы. Вот грибы меня интересуют. Так. Ну, здесь и все мои. Так, сколько у нас? Картофель 5 килограмм, 149,99. Так, это у нас... Ага, шампиньоны надо взять. Так, яйца. А, это 15, ну 15. Тем не менее, яйца улетают. Ну, конечно, 164,99. А, здесь 15 штук. Есть 10 штук, да? Есть, есть. Есть и 20 штук, 10 штук, 112,99. Возьму. Что-то как-то их меньше стало. Вот. А, я знаю, что пятерки, они дешевле, но... Ну, не намного прям, знаете, чтобы бежать пятерку за ними. Не намного. Ой, господи, сладкое, проходим мимо. Главное не забыть то, что мне надо, и в голове держу. Так. Ой, я такие финики купила, классные. Я обожаю финики. Кстати, скидка здесь. У нас
Финики крупные, мягкие, вкусные. У нас на Балакуна в доме есть такой магазинчик. Обалденно. Это финики. Я больше всего люблю финики из сухофруктов всех. Финики – это моя слабость. Так, а куда делась? А что, все что ли? Смотрите, нету моего десерта из клубники. Только вишня – это, ну, это варенье. Правильно понимаю? Вологодское варенье клубничное. То мне больше, конечно, понравилось 129. Не, брать не буду, у меня там еще есть. Хотя я так добавляю. А здесь у нас что? Ой, тележка. Так, тут без сахара, есть с сахаром. Джем Махеев. Вот этот тогда возьму. Нет, возьму без сахара. Такой же. Ой, какая она липкая, грязная. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Возьмем вот это. Одну штучку. Может, еще сахаром взять? Как вы думаете? Ну, что? И сахаром. Нет, хватит. Хватит и этого. Поехали. Мне надо сюда. Мне надо взять бумагу. Кстати, макароны. Господи, как они достали. Ну, что такое? Где мои макароны? 89,99. Но я тогда взяла прилично, поэтому сейчас брать не буду. Все, вот эти вот макароны куда-то исчезают. Что такое вообще? Эти мне не очень нравятся. Они... Так. Они развариваются. Рисовые. Тоже делала роллы. Сейчас тоже хочу сделать роллы. Так, цена 229, что ли? Непонятно. Так, здесь 10 листов. Ну, я как-то покупала вроде побольше. Или тоже 10 листов. Так, это вот рисовая. Ой. Делала сладкие роллы. Мне очень понравилась эта рисовая бумага. Хочу взять рисовую бумагу. И вот это вот. Морские водоросли для суши. Вот. Очень мне понравились. Я вот не брала вот эти. А здесь сколько? Тоже 229 рублей. Блин. Морские водоросли. А сколько штук? Не знаю. Чего не знаю, того брать не буду. Так. Ага. Ага, надо взять. Надо взять. Что возьмем? Возьмем. Попробуем вот этот вот классический. До этого я брала. Вот этот, что ли. Какой-то другой я брала. Это хэм 120 рублей. Возьмем его, потому что, например, когда я варю рис, вот там рисовый уксус, да, вот, например, можно приобрести. Я не лью туда рисовый уксус. Я развожу водой вот этот вот соевый соус и поливаю. Потом, после варки, конечно. Вот. Поэтому не хочу. Мне так понравились с этим. У меня там еще есть. Ну, здесь скидка. А что, не взять по скидке? Да? Вот так, за 120 рублей-то. Что не взять-то? Почему? Хотя там у меня есть тоже телага, пусть стоит. Не, ага, на кокосовое молоко скидка 147 и 187 рублей 20 копеек. Тоже нужно, к примеру, интересно, как это у них так? Одна и та же банка, одна и та же фирма.
цена, видите, 187 и 147. Чем они отличаются? По-моему, ничем. 400, 400. Да. Ну, вот так. Ну, мне пока не надо, у меня такое стоит дома. Что тут еще нам интересного, привлекательно нужного, заманивающего? Ничего. Ну ладно, пройдемся так. Да? А вдруг что-то присмотрю. Терияки. У меня есть терияки. Вот в каком виде? Вот в таком. Мне, кстати, очень нравится. Подешевело. Раньше были они что-то почти 70 рублей, а сейчас 56 рублей. Вот. Так что хорошо. А это не терияки. А где терияки? Ну ладно. У меня есть. Пойдемте. Он периодически попадает, этот терияки именно. Ладно. Макароны брать не буду. Ой, ладно. Ой, я, кстати, сделала из помидор. Помидоры добавила, ну, большую часть там помидор, добавила моркови, петрушку, укропа, базилика сделала, партию без базилика. Три разных сделала сама на зиму. Такая вкуснятина получилась. Может, так, я сделала три разных, а думала, ну какой мужу больше понравится, буду делать на следующий год. Мы живы-здоровы будем, доживем. Он такой, все три мне нравятся. Мне больше всего понравилось с морковью. С морковью, конечно, очень вкусная. Я до этого приобретала вот эту муку из семян чиа. Как блины она не подходит. Она подойдет очень хорошо для выпечки. Она, как вы знаете, вот прям так поднимает. Она прям такое тесто делает. Как будто бы дрожжами. Она, тесто поднялось от дрожжей. А вот это вот очень такая интересная и очень полезная. Я так семена чая добавляю. Просто там в каше, когда готовлю там. Хотел сказать, чай нет. Не, ну, конечно, кокосовая мука не такая дорогая вообще. Я молчу про миндальную, и они еще и... Они еще и калорийные. Рисовая мука. Все это... Ну, все на мука у меня есть. Да, я покупала. Уже могу и забыть. Люблю все это. Но это надо самой все сделать. То есть из булгура или из кино самой. Тут можно все купить по отдельности, приготовить. Вот, пожалуйста, пюре, смесь бобовых можно сделать. Классный супчик, вкусный получится. Такой интересный. Так. У нас тут еще что-то мне надо было. А, мне нужна паприка была, точно. Мне нужна была паприка. Копченая паприка у меня есть, а вот просто паприки нету. То я молотая трапеза. Так, перец черный. А то получается у меня. Тушила я цветную капусту, пришлось добавлять копченую. Ну, плохо получилось. Ну, просто паприка, конечно, лучше бы подошла. Кстати, сдача, говорю, что мне сегодня вообще какое-то странное. Скидка 49,99 на всякую там куркуму. Вот хочу все-таки решиться как-нибудь это заказать куркуму и начать ее пить. Советую, это очень полезно. В интернете можно заказать что-то 300. Ой, говорить не буду, нет. На Озоне. Завтра мне с Озона должна прийти посылка тоже, как мелису Нелли тоже неплохую добавляю во всю. Что же у меня, чего же у меня не хватало? Корни петрушки, что ли, взять? Он для супа очень хорошо, мне нравится.
92. Ого, как, да, подскочили-то? Вроде бы, что там, корень петрушки? 92 рубля. А даже 97 рублей есть. Раньше же вроде бы не такая цена была прям. Странно, странно. Прованские травы. Так, чеснок у меня есть. Вот прованских трав у меня нет. Угу. Орегано тоже есть. Прованские травы. Так, что у нас еще можно взять? Все это есть. Хочу еще снова плов сделать грибной. А это что такое? Травы? Что травы? Травы? А, это итальянские травы. 16,79. Вот тоже на Озоне мой любимый. Вот этот гречневый. Ну, это не чай, это гречневый напиток. Хотя гречишный гречневый. Тьфу, гречишный. Обожаю его. Там его, конечно, выгоднее покупать. Намного. Вот, уже в следующий раз закажу. Но у меня еще есть. Еще у меня достаточно. Так что буду заказывать. Так, также скидки тут вот. На Greenfield пакетиков. Да, пакетик, да, 25 пакетиков. 94,99. А киевская это марка. 139,99. Ну, скидки есть. На Ричард 259,99. Ну, смотрите, на чаи. Много-много озерчай. Кстати, 479,99. Ну, мне, может, что-то перестало выпить озерчай. Вообще черный чай. Уже давно не пьем. По крайней мере, я уже 100 лет не пью. Вот эти, знаете, ничего, чаи я попробовала, как-то купила. Так. Какие я взяла? Так, я брала. Каскары я не брала, я не знаю, что-то вот такое розовое я не брала. Ой, больше гречиха и какао-бобами. По-моему, я брала вот этот вот такой интересный. Так, с лавандой и с вербеной не брала. Здесь нет, тот, который я тогда тоже, по-моему, он не помню, какого цвета было, окраса. А вот тоже какой-то. Так, чайный. Лимонграссом и лимонником. В общем, склероз, конечно, периодически нападает. Вот. Ну, какая вот это, кстати, очень хороший, вкусный, мне нравится. 62,99. Вот этот вот отличный какао. Сейчас без скидки. Хороший, очень хороший. Мне так понравился какао. Это вреднюка. Видите? Ну, я что люблю, но сладкое. Я сейчас уже есть не могу, для меня очень сладко. Но с малиной я бы попробовала. Но я там съем. Раньше могла сразу сесть и за раз съесть целый пакет. Как-то давно купила, и все, и не могу. Так, зефир. Вот этот вот шармель. Очень хороший зефир. Вкусный, мягкий такой. Угу. Вот это тоже мужу моему понравился. Вот. Взяла бы ему, но он сказал, что не надо. Что сладкий. Тоже он же стал питаться, как и я. И для него теперь тоже это сладко очень. Угу. Шоколад. Вот этот вот хороший шоколад. Он такой на вкус, конечно, специфический, 143,99, только какао, сахар, малина. Чисто без добавок, так и есть. И такой, знаете, и вкус интересный. Есть колодаска, тележка, темный шоколад и молочный. Пойдемте посмотрим, конфеты мне не надо, я в этот раз конфеты брать не буду, так как сама еще увижу скидку, возьму. Ну, вряд ли будет, у меня там еще есть конфеты. Вот. Поэтому сейчас
Посмотрим, я так быстренько пробегаю, потому что эти все конфеты меня не интересуют. Мне эти очень нравятся. Нет, скидки нет, брать не буду. Трюфели вот эти вот Кенинсберг, Калининграда. Очень вкусно. Мне больше нравятся вот эти вот обычные. Есть с ароматом коньяка и с ароматом кофе. Дочери понравились эти. Ну, она так как кофе любит ей. Вот здесь вот есть все пальмовое масло. Хотя они дорогие, а есть пальма. А вот здесь вот нет в составе, почему я на него и... Ну, знаете, так изредка-то хочется. Ой, какие вкусненькие явно. Тем более с фисташками, с кусочками 318,99. Сколько здесь грамм? 160 грамм? Да ну нафиг. Так, не развернуться. На этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья. Не болейте, мои дорогие. Всех вам благ. Исполнение желаний, чтобы все у вас было хорошо. Берегите своих близких, мапа, бабушек, дедушек, мужей, жен, деточек. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважения, взаимопонимания между разными вероисповеданиями. Всех до новых встреч. До свидания.